имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в крестопоклонное воскресенье, мы вспоминаем слова апостола Павла о том, что крест для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие. Почему же Господь избирает крест как орудие спасения, если для всех практически граждан тогдашней Римской империи этот знак, этот символ, этот предмет вызывали у одних чувство смятения, у других полную неприязнь? И действительно, римские граждане не казнились на кресте, даже если они совершали тягчайшие преступления. Им отрубали головы. А на кресте распинали только зло провинившихся рабов. Это был удел изгоев, которые по своему социальному положению занимали самую нижнюю ступень и которые к тому же еще признавались судом разбойниками, преступниками. Ну а для иудеев соблазн, вообще мертвое тело иудеи старались сразу убрать с глаз. Такова была традиция, хоронили в первый день. Мертвое тело было либо презираемо, либо вызывало чувство смятения, дискомфорта. Его нужно было убрать из человеческой жизни, и делали это незамедлительно. Можно себе представить, как воспринимали умирающего Спасителя на кресте язычники. Недаром прохождение мимо креста сопровождалось криками, криками ненависти, потому что само это тело вызывало отвращение, а уж по елику было сказано о том, что это преступник, то всеобщее отвержение. И все эти крики «Уа!» они направлялись в адрес того, кто висел на этом кресте. Ну а что же было для иудеев? Для иудеев это было абсолютно неприемлемое зрелище. Мертвый на кресте. Но что написано было на кресте? Иисус Назарянин, царь иудейский, и вот этот царь, умирающий, висит на позорном кресте. Какие же чувства негодования и злобы, наверное, были в сердце иудеев. А где апостолы? А они в страхе убежали. И, наверное, это была естественная реакция. Они верили в то, что Иисус Назарянин есть действительно царь иудейский. Они верили в каждое его слово, и вдруг перед ними умирающий или уже умерший учитель, опозоренный, висящий на кресте и поругаемый толпой. Все то, что происходило на Голгофе, было очень понятно и естественно. И исполнились слова Спасителя: «Все соблазнятся обо мне». Все, включая апостолов. Чересчур сильным был вызов. Чересчур больно обожгло сердца апостолов все то, что произошло, и особенно эта позорная смерть учителя на кресте. Возникает вопрос, а почему же Господь провел своих учеников через такое тягчайшее испытание их веры? Почему Он многих этим страшным концом Сына Своего отвратил от самой возможности с доверием отнестись к
тому, что Сын говорил людям. Ведь эта смерть как бы ставила крест на самом Спасителе, на Его проповеди, на Его миссии, потому что эта крестная смерть все попирала и все разрушала. Почему же именно было так, а не иначе? И ответ может быть только один. Господь этой смертью Спасителя показал слабость человеческой природы. Эта крестная смерть свидетельствовала о том, что никакими человеческими силами невозможно спасение. Никому из людей не дано было вернуть людям потерянный рай. Это выше человеческих сил, выше человеческих возможностей. И потому так ужасна картина смерти Спасителя. Так ужасен этот видимый финал евангельской истории. Но мы знаем, что за этим финалом был окончательный финал воскресения Спасителя. Но то не было явлено толпам людей, то не было явлено всему народу, то было явлено узкому, ограниченному кругу людей. Но для чего же Господь именно так обратил свое слово к своим ученикам и ко всему народу? Почему Он именно через это испытание провел каждого, кто хотел верить в Него как в Спасителя? И в каком-то смысле этот вопрос обращен и сегодня к нам. Некоторые люди с удивлением говорят: ну где же Бог, если видит, что что-то происходит несправедливое, скверное, гадкое? Ну где же здесь промысел Божий, если видит, что пути человеческой истории все далее уходят от Бога, и многие не могут понять этой тайны истории рода человеческого и спрашивают: ну если был бы Бог, ну неужели бы Он допустил? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, почему Бог допускает, нужно взглянуть на распятого на кресте Христа Спасителя. И о чем же говорит этот крест? Он говорит о полной человеческой немощности, о неспособности достичь многих, даже добрых и хороших целей в жизни. У человека не хватает сил, и никогда не хватило бы сил, если бы через крест и воскресение не явлена была нам сама божественная сила, божественная благодать, которая и спасает человека, которая наполняет самого последнего силой, могущей преобразовать его в Сына Божьего. Сила благодати, которая меняет ход человеческой жизни, когда, казалось, всякая надежда на спасение исчерпана. Сила благодати Божией, которая из камней сих соделывает детей Аврааму. И как все это зримо сегодня в нашей жизни? Могли бы мы с вами поверить, что в обезбоженной Москве будут построены сотни храмов, что люди 21 века будут наполнять эти храмы с горящей верой, с упованием на волю Божию? И какой такой человеческой логикой можно объяснить возрождение нашей церкви и возрождение веры в сердцах наших людей? Но все это происходит не потому, что мы с вами герои, не потому, что мы такие умные и правильные, а потому, что по молитвам святых угодников Божьих,
и по нашим грешным молитвам благодать Божия прикасается к нашим сердцам и преобразует их. Благодать Божия прикасается и к народу нашему, и многие-многие обращаются в учеников Спасителя. Благодать Божия предотвращает наши падения и гибель. И верим, что именно силой благодати Божией сохраняется вера и надежда на спасение. Вот всему этому учит нас сегодняшний воскресный день. Поруганный Богом человек на кресте, поруганное человеческое тело и величайшая победа Бога человека над смертью, над грехом, над богооставленностью и над всякой потерей надежды. Пусть крест Христов для нас, взирающих с верой и с пониманием того, что он означает, будет той силой, которая привлекала бы благодать Божию к нам, как некогда она привлекла благодать к его ученикам и апостолам, осветившим вселенную великой проповедью о Христе распятом и воскресшем. Аминь. С крестопоклонным воскресением всех вас сердечно поздравляю. Я благодарю вас, отец-настоятель, за слова, которые вы произнесли. Особенно же благодарю вас за благоустроение этой приходской жизни. Меня радует то, что собрана активная община. Единственное, о чем я сожалею, что храм небольшой построили. По маловерию нашему, в то время, когда вообще был поставлен вопрос о строительстве 200 храмов, многие взирали на меня, наверное, с мыслью о том, а вполне ли он нормальный человек. И заложили, может быть, не такие большие храмы, еще не зная, что реально таится в сердце нашего народа и какая духовная сила там пребывает. Думаю, что теперь мы будем строить большие храмы и с большим упованием на волю Божию взирать в будущее. Я хотел бы поблагодарить еще раз отца-настоятеля и всех тех, кто трудится в этом храме, за то, что вы совершаете, мои дорогие, для дела спасения тех, кто обращается к Богу. Храни вас всех, Господь!